Сегодня вы совершаете поездку на необыкновенном трамвае. Мы назвали его «Зеленый трамвай». Об экологическом состоянии города эти ребята знают не хуже экспертов. В течение нескольких месяцев готовились к акции, собирали информацию, формировали анкеты и даже разрабатывали полезные советы. Теперь готовы делиться своими знаниями со всеми самарцами. Например, такие отходы, как батарейки, их не нужно выкидывать, а есть специальные пункты, куда их нужно будет сдавать, потому что они тоже у нас природу загрязняют, а это нам не нужно. Поездка школьников на зеленом трамвае – еще одна попытка призвать самарцев принять активное участие в уборке города. Ребята уверены, в борьбе с мусором должны объединиться все. Попробуем призвать как можно больше жителей нашего города, для того, чтобы они вышли на улицу и помогли убрать нам наши улицы, чтобы они стали еще краше и лучше. Все ребята – участники молодежной общественной организации «Зеленая волна». Она относится к городской лиге волонтеров и охватывает более 40 школ города. Объединяет около 200 активистов. Главная наша цель, чтобы пришло понимание каждому, что у нас на всех один город, одна земля, и чтобы каждый почувствовал личную сопричастность за судьбу нашего города, за чистоту и красоту нашего города. Экологический ликбез от самарских школьников горожанам пришелся по душе. Мне, например, очень нравится, что они участвуют, значит, в озеленении, в уборке территории, там все это такое. Я не знаю, мне очень даже это, я приветствую это. Спасибо им. Организаторы акции пообещали рассказать жителям города еще больше полезной информации. Планируется, что зеленый трамвай еще не раз проедет по улицам города. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.